Биткоин продолжает завоевывать Японию. BitPoint, японский платежный портал, теперь будет проводить платежи в биткоинах для тысяч отечественных предприятий и розничной торговли. Кроме того, ведутся еще несколько переговоров о сотрудничестве. Bloomberg, цитируя президента компании Генки Ода, сообщает, что сотрудничество с компанией, предоставляющей платежные услуги через терминалы, это намного легче, чем вести переговоры с отдельными компаниями розничной торговли. Это еще один шаг к тому, чтобы внедрить биткоин в качестве платежной единицы на массовый потребительский рынок.